Так, Серега, я взял. Я тоже, да. И как выйти нам? Они нам не дают. Перебить нас должны. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, Енот, пацанчики, поздравайтесь. Всем здорово. Здорово, преступники. Сегодня мы играем Roblox режим Jailbreaks. Или мне нравится этот режим называть симулятор тюрьмы. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем сбегать и выживать. Так, я могу сесть? Могу. О, я сел. И я сел. Сели все пацаны? А я с чумным буду вас ловить. А ты что, будешь этот полицейский? Да. Да, у меня очень быстрая тачка, я вам дам фору 5 минут. А, ты вот так решил? Я думал, мы все вместе будем сбегать. Сбежали, Дим. Сразу видно, пацаны, кто из нас лятый крыса, а? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А Серега, когда ты играл последний раз в этот режим? Первый раз. Ты никогда не играл? Я. Боже, боже, на говно похоже, да как? Ролики видел. Ты видел, да, как мы тут выживали? Ты спрыгнул? А, это не ты. Не, я не спрыгнул. А кто на веревке висит? Я А как? Драгон спрыгнул. А, блин. Я вставай, помогите. Хорошо, что я не спрыгнул. Базовый преступник в силе. А как чувак спрыгнул на веревке? А он за веревку зацепился просто снизу. Ого, а чё? Выходим, Дима, давай. Да выходим, выходим. За нами бегут, Серега. Бежим. Бежи, 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 Серёжа. Ты за мной? Я за тобой. Вон красная машина, видишь, на крыше, я туда бегу. Давай, давай, давай. Бегу со всей силы. Ребята, стреляют. Начинается самое интересное, когда нас должны менты поймать, но мы живыми не дадимся, правильно? Дима, стреляют. А я-то за елку забегай сразу. Он тут еще чел один, если он будет вас пытаться арестовать, убегать. А я буду убегать постоянно, не арестует. Вот ты шустрый, Дима. Че, я быстрее тебя бегаю? Да, я слишком жирный. Я по части сигнализации попробую сбежать. Че, впереди, Серега? Да, меня даже телепизрик. Ого, там сколько нас Опа, бежит. Здрасте. Да не убивай, ты голимый, давай лучше с нами. Ты чё, предатель такой? Я вам дам фору, давайте. Да какая фора, ты этот, продажное говно. Кусок дерьма. Блин, тут куча всего добавили, я теперь ничего не знаю. Так, на это у меня тоже, наверное, бабок нету. У меня денег нету. А где деньги, смотри? А я не знаю. Деньги, деньги. А деньги только справа в табе написано. Количество твои. Так, у меня, Серега, знаешь сколько? Сколько? 3700. У меня 200. Да? Так, подожди, а чем мы бежим? Ни машины, ничего ни у кого нету? Я еду. Да? Только не знаю, где вы. Мы в поле бежим, мы там, где ветряки. А, вот они, они. Так. Все разворачивай. Блин, ну их тут много, конечно. Блин, еще и нот. Серега, ты бежишь? Да, да, да. Надо, у нас тут движ такой большой. Я вижу, там паровозиком идут. Он чем на него стреляет? Да галимы, не стреляйте, мы добрые, сбежали. Вот они. О. Нашел вас. А, блин, машина маленькая, надо таких машины три, нас много. Не снимай. А я... А Серега! Я Серегу не брошу. Вот. Семья самое главное. Да, да. Вот может нас бив. Садись. Чё за говно, это сальтухи? Ого. Лох перевернулся. Да что это такое? А, еще и стреляете, да, значит, да? А кто это? Это не я, у меня нету чем стрелять. У нас нету. Опа. Подряй. Хары. Дима, беги. Драгон, мочи его. У меня нет турбо. О, я поплыл. Серега, мы плывем? Плывем, плывем. Интересно, машина может плыть или нет? Да, под водой только. Да, тут так сделали, что машина под водой плавает. На дне. Я плыву. По дну. Опа, выплыл. О, видишь? Фу, не GTA 5, не Red Dead Redemption. Как так-то? Ну а что ж делать?
Блин, ну очень живая карта. Ее обновили, кучу всего добавили, очень круто смотрится. Мне нравится. Прям, знаете, так траву, зелень, все так сделали интересно. А где бабки воровать, Дим? Банк ограбить. Дим, смотри, видишь все, что зеленые маленькие точки горят? Да. Это все можно грабить. Это ж мы туда грабить. Идем сейчас. Так вам сначала бы оружие взять? Прикольно. Нету, а где оружие взять? А оружие? Давайте я вас отвезу хотя бы туда. О, вертолет! Вертолет! А как за веревку цепляться? А он должен взлететь. Вот, и все, можешь хвататься. Стреляю! Вот он, я спасибо. Сейчас убью! Да блин, давай, спускайся, спускайся, быстрей! Дима, ты внизу? Да, я вот бегаю. Прыгаю. Ой, ну нафиг, ой. Я зацепился! Все, летим, 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 летим! Нет, я упал! Летим! Все, я сел, летим! Полетели! Отлично, ребята! Побег продолжается. Еще не все кончено. Блин, карта здоровенная, круто смотрится. Серега, у тебя лагает этот режим? Нет. У меня тоже очень четко идет. О, давайте попробуем поставить графика. У меня на максимум выкручено. О, так смотрите. Это знаешь, Дима, это походу новая игра от Rockstar Games, это GTA 6. Это, короче, да. Демо-версия. Да. У вас там в Терлуку привезли, что ли, обратно? Нет. Ого, вулкан лупашит, неплохо. А, вы вулкан, значит. А чё у нас вулкан везёт, интересно? А это наша база, идем за нами. Да. Серёга, идем со мной, быстрей, 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 быстрей. Бежим, бежим, бежим. Здесь мы сейчас оружие можем переодеться, все дела тут сделать. Выбирай оружие. Мышкой прям клацаешь. Как база выглядит наша? Я хочу костюм одеть. А я не могу взять, что ли? А это донатерская, походу. А, идем, идем дальше. Вот здесь, я, переодеться я можно. Я-то думал, о, есть. Можно стать хитманом, а тут... Так, я взял пистолет-дробаш. Пистолет-дробаш. О, ты переоделся? О, все, отлично. Я буду... А ну что? Стреляем. Отлично, буду от первого лица играть. Патроны здесь, Серега, бесконечные. Кто там за рулем? Не, Серега, надо машину искать. Слышь, менты приехали. Берем оружку, будем отстреливаться, Серега. Все вместе, идемте. Взяли пистолеты? Да, да. Все идем, Сережка. Сейчас им жопа. Кто тут к нам приехал? Машина, Серега. Я сел. Дима, давай погнали, я в машине. Ты за рулем на вертике? Нет, а я вот он. Ты чё, голимый, что ли? Да не, Дим, давай грабить банки. Так, банки грабить? Хорошо. Бабки мы, банки. Дождь пошел, представляешь? Нормально, наваливаем. Смотрите, как прикольно. Даже от дождя злали эффект. Или он так и был? Спасибо, GTA 6. Ну я же тебе говорю. Хе-хе-хе! Прикольно. Классная игрушка, мне нравится, давно не играл именно в этот режим. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я еще записал Roblox, напишите в комментарии, какой режим, название режима, и мы его обязательно запишем. Что такое, чтобы именно онлайн с друзьями поиграть? У нас челепизы какой-то стыдный. Да, мы сейчас едем в объезд и заезжаем, грабим банк. Оружие есть, все есть. Так можно что-то вером ездить на одной машине. Да. Ну да, на капот можно встать. На банке. Подъезжаем, это минута, и мы на месте. Вон зеленый. Вижу, 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 Серега. Слева, слева. Четыре точки. Самое ближнее. Это, а, это закрыто. Ой. Поехали, Серега, дальше. Опа. Здравствуйте. Да не мешай, давай ограбим, дай бабок заработать, дурак. Ты что, конченый? А это уже с вами чумной, я поехал. Всё. Вот тут можно залезть? Да. Да. Зеленый, видишь, горит?
Давай, Серега, я за тобой, учись. Покажи, ты, короче, проходишь инструктаж. И чё, типа, бабка? А чё, вот бабка? Или в машину надо сесть? Я не знаю. Может, надо машину сесть и угнать? Ну, внутрь вам надо. А чтобы попасть внутрь, нужна карточка офицера. Ты где? Иду. Заходи. Вот сюда. Захожу, Серега. Отлично, ребята. Ограбление. Музычка такая играет, офигенно. Ну что, мы должны все-таки ограбить. Здесь надо уметь классно паркурить. Ребята, будьте осторожны. Паркур должен быть высшего разряда. Это будет взрыв. Офигенная музычка. Ну-ка. Отойдите, внимательно будьте. И они идут. Пистолеты берите. Открывается сейф. И тут что у нас? Баблище пополняется. Воруем. До двух штук, да, Серега? Да. Отлично. Так, Серега, я взял. И как выйти нам? Они нам не дают. Перебить нас должны. Так не давайте нам это, дайте выйти. Ай, я умер. Ай, он спит с автомата, Серега. У него автомат. Еще одного убили. А не потому, что с автоматом. Да блин. У вас тоже, вас там будет значительно больше. А у вас автомат, у вас преимущество больше. Класс. Повязали? А все. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и постримые ролики еще.